Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске подземная стратегия, рисованная аркада, Tower Defense от первого лица, комикс Runner, бешеная аркада и пошаговая ловля покемонов. Приступим! Метро 2033 Wars — это тактическая стратегия про мрачное постъядерное будущее. Мир разрушен, Москва в руинах. Уцелевшие укрылись в метро и построили там... перед кем я тут распинаюсь, ты сам все знаешь. В твои задачи будут входить как военные, так и хозяйственные вопросы. Построив казармы и накормив жителей метро, ты сможешь привлечь новых добровольцев для очищения метро от кишащих там упырей, кикимор и черных. Бой — это забавная рисованная аркада, в которой вы будете стрелять из катапульта и по цветным шарам, закидывая их в лунки по принципу бильярда. Тебя ждут 100 уровней с разнообразными ловушками, загадками и препятствиями. Бой — это интересная и на редкость расслабляющая игра, приносящая хорошее настроение и помогающая весело скоротать время. Skull Legends — это необычный Tower Defense, сочетающий в себе шутер от первого лица и элементы ролевой игры. Вооружившись луком, ты будешь удерживать позицию от наступления армии скелетов. Тебя ждут 24 локации, 15 видов врагов, 6 типов оборонительных башен и десятки наконечников стрел для быстрого уничтожения полчища врагов. В игре классная графика, забавные диалоги и интересный геймплей. Spider-Man Unlimited — это крутой раннер с элементами экшена. Но здесь вам предстоит не только бегать, прыгать да парить на паутинке. В игре присутствует полноценный сюжет. Каждый уровень — это отдельное задание, каждая глава — это новые враги. А комбинируя карточки, ты сможешь открывать новые костюмы Спайди, наделяющие героя новой силой и способностями. Hyper Trip — это бешеная аркада на скорость. Ваша цель — просто не врезаться в стены. Ха-ха-ха! Нихера не просто! Темп игры и свободно вращающееся пространство уровня сводят с ума. Hyper Trip — это настоящий вызов для твоей реакции и нервов. Auto Notes — это пошаговая стратегия в духе великой серии героев. Действие игры происходит в странном пространстве переплетения миров, наполненном кучей экзотических тварей, которых вам предстоит ловить и обучать, превращая их из покемонов в настоящих инопланетных выродков. В игре потрясающе нарисованный мир и огромная коллекция инопланетных монстров. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блядь. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.